Привлечение строгого режима мастера с криминальным прошлым. В Мариэл на территории женской исправительной колонии номер 7 открылся фольклорный музей народных суеверий «Веселая Овда». Гномы, леши, многочисленные бабки-ёшки, русалки, марийская овда, армянская кохорт, полсотни кукол, сшиты руками осужденных. В ход шла разноцветная ткань, кожа, нитки, войлок и фурнитура. Выкройками мастерицам помогли кукольники со всей страны. Мы обратили внимание, что в отрядах все женщины потихонечку. Кто-то что-то вяжет, кто-то что-то вышивает, кто-то что-то шьет. В общем, это в женской натуре заниматься рукоделием. Поэтому мы решили как-то это организовать и создали вот такой кружок. Женщины приходят сюда, шьют, отвлекаются от каких-то негативных моментов, развивают свои творческие способности. Хочется еще добавить, что мы ежегодно принимаем участие в акции «Помоги ребенку». То есть наши женщины шьют вот такие замечательные поделки, которые потом передаются в детские дома. Конечно, этот музей суеверий смогут посетить только сами осужденные. Зато сейчас мастерицы занялись реставрацией героев кукольного театра для Ишкаролинского детского сада «Золотой петушок». Задача – отреставрировать полтора десятка персонажей самых известных русских сказок к весеннему празднику 8 марта.